Автор – Назым Тасканбаева. Категория «Здравоохранение». Автору блога – министру здравоохранения Республики Казахстан Биртанову. Уважаемый министр, я хотела встать на учет по беременности и родам в железнодорожную поликлинику в городе Астане. Там я была прикреплена с момента прописки. Но так как дом снесли, участок расформировали. И теперь мне отказывают в постановке на учет, ссылаясь на то, что я проживаю в другом районе. Вправе ли поликлиника отказывать мне? Уважаемая Назым, согласно приказу министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан об утверждении правил оказания первичной медико-санитарной помощи и правил прикрепления граждан к организациям первичной медико-санитарной помощи, посещение пациента на дому, патронаж беременных, детей, в том числе новорожденных, первичная медико-санитарная помощь проводится медицинским работникам путем подворных обходов. На основании вышеуказанного беременные должны наблюдаться в поликлинике по месту прикрепления или по месту фактического проживания. Беременные женщины обращаются к нам в поликлинику с удостоверением личности, на регистратуре их регистрируют, после чего отправляют к акушеру-гинекологу. Акушер-гинеколог берет их на учет, первичный осмотр проводит, после чего направляет к терапевту. Терапевт проверяет, на самом деле же беременная живет, проживает по этому адресу. Если же нет, мы пишем телефонограмму и направляем на учет по месту жительства фактического. Согласно приказу 593 Республики Казахстан, беременные женщины наблюдаются по фактическому месту жительства. По желанию не могут, так как проводится патронаж, поэтому беременные наблюдаются по месту жительства рядом с поликлиникой. Беременные женщины чаще всего не своевременно встают на учет, не проходят предгравидарную подготовку. Почему беременная должна встать до 12 недель на учет? Так как до 12 недель мы проводим УЗИ скрининг, она должна пройти биохимический скрининг для выявления ранних пороков. Поэтому беременная должна своевременно становиться на учет. Вот чаще всего допускают такие ошибки.